Караоке на несколько тысяч человек в Челябинске провели всероссийский певческий фестиваль «Русское поле». Со всей страны в наш город приехали лучшие хоровые коллективы. Во время выступлений на экранах запускали тексты песен, чтобы зрители могли поддержать артистов. Станут ли добрые традиции такие творческие встречи, узнали мои коллеги. Наша песня – это наша душа, и сегодня мы могли в этом убедиться. Дорогие друзья, у меня есть предложение. Мне кажется, такой замечательный фестиваль нужно сделать ежегодно. Вы поддерживаете меня? Сотни артистов и тысячи зрителей. На несколько часов Дворец спорта стал главным концертным залом региона. На сцену выходили взрослые вокалисты и самые маленькие артисты. Репетируем «Усталость забыта», акапельно. Усталость. Поняли, да? Раз, два, три. Усталость забыта, колышется чад. Это челябинская капелла «Мальчиков созвучие». Они готовились к фестивалю на протяжении нескольких недель. Сейчас юные артисты отдыхают в летнем лагере на творческой смене, а поэтому репетиции проводились по несколько раз в день. В коллективе занимаются больше 100 школьников. Я захотел пойти сам на пение, меня никто сам насильно не отводил. Я сам решил пойти. Могу сказать, что очень классно. Для 4-часового концерта плейлист составляли музыкальные эксперты. Главное, чтобы композиции были широко известны и музыкантам, и южноуральцам. Возродить эту культуру совместного пения, чтобы наш огромный сводный хор вместе пел любимые русские песни, народные песни, песни военных лет, песни из кинофильмов, создать вот этот фестиваль. На первый фестиваль в Челябинск приехали больше 400 исполнителей из Северной Осетии, Удмуртии, Башкортостана, Ставрополя, Вологды, Магнитогорска и Челябинска. Во время выступлений на экранах запускали тексты, чтобы пели все зрители. Планировалось, что фестиваль проведут на главной площади Челябинска, но из-за плохой погоды площадку пришлось поменять. В следующем году вокалисты выступят на площади Революции. Дмитрий Бочко, Сергей Олейник, 31 канал.